Привет, я сейчас нахожусь на больничном, и так как мне дома делать нечего, сейчас будет время истории. В эту субботу я ходил в барбершоп «Черный ус», который находится на Малиновке, на окрашивание волос. И, как видите, цвет волос у меня изменился, и мне он правда очень нравится. Ребята сказали, что у нас этой услуги нет на сайте, у нас есть только в «Черный ус» стрижка и борода. Но если кто-то захочет в конце этих сториз, напишите плюсик. Рубрика «Я немножко в шоке». По-моему, очень хорошо получилось. Большое дополнение про окрашивание. Оказывается, начали в директ писать девочки, что хотят точно такой же цвет, как у меня. И я написал в барбершоп и узнал, что они окрашивают, оказывается, и девочек. Так что писать сюда.